Семена петрушки бутербродная, относятся к среднеспелым сортам. Через 65-80 дней после появления первых всходов можно уже срезать свежую зелень. Листовая розетка характеризуется полувертикальным ростом. Состоит она из большого количества рассеченных листьев треугольной формы. С одного кустика петрушки бутербродная удается собрать до 100 грамм зелени, урожайность с одного квадратного метра составляет 3-4 килограмма. Сорт подходит для потребления в свежем виде, сушки, заморозки и консервирования. Петрушка бутербродная – это однолетнее растение. Петрушка прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Цветы имеют сильный аромат. Лист этого прекрасного растения по форме сильно рассеченный. Петрушка бутербродная имеет среднеспелый срок созревания. Плоды петрушки созревают в месяцы июль-август. Мякоть нежная. Можно потреблять в свежем виде. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.